Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер, Милет телеканалының эфирінде хабирлер автопрограммасы тағдым әтле студияда мен Алимия Кайбулаева чалышам. Бу автоуып кечкен эсаса деселер ақтабыз айнышымды тариф әтежекмаз. Бутун Русия ватан имейджесі күніну қайдете Қырымда тантаналы тедбірлер өткерілді. Ақмежете сабадан эбедия тешке гулер қойылды эсас мейданда есе. Русияның силялы күчлерінің арби машиналары сергісі тағдым әтілді. Нариман Дарсинова тәфсілатлар іле. Эбидей Атеш Абидесіне Ахмеджит сәкенлері гүлчимберлер қойдылар. Бірінжеден бойшыны балалар бежерділер. Сувылхаваға бахмадан мында чоқ адам топлады. Дженг диваренде бінлер жақырым сәкені ярамаданы қорчаламақ үчін жан бердилер. Гулерны МДХЛ капалченлер абидесіне қойдылар. Мында илі қолғанларының хатарасыны анмақ үчін акимиет векілері де келділер. Буисях мечетнын баш медана. Мында зиманеви арби техникасы тағдым әтілді. Арби машиналар, зырхлы джеплер ве ататанк. Окланлар техниканы бойук мерақ или огренелер, чынки мында кормектен ғайры озюны арабаджи кабы сына бахмах мүмкін. Мне нравятся танки и военная техника. Да, я хотела бы военным. Мне дали настоящее ружье и... И я ехал на танке. Мне нравится эта машина, мне в этой машине нравится все. Рысь, бузырхлы автомобиль. У Италияда ябылғаныды. Были машинада чешит пулемет селялар қоймақ мүмкін. Ата узақ месафиде оларны идаре этмек мүмкін. Реактивная система залпового огня ГРАЦ состоит из экипажа 3 человек, водитель заряжающий, командир боевой машины и наводчик. Заряжается она вручную, выставляется платформа. Водитель, так как он заряжающий, он становится на нее. Командир с наводчиком подают ему снаряд, ну и взводит его, получается, в боевое положение. Русия Федерациясының селялы күчлері ошчих ишларыны көстерділер. Пайтахымызның сәкенлеріне курчалану ве ұжым әрекетлері нумайшы тілді. Ватан има еджесінің күну бүгін бұттун Қырымда қайт әтілі. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, Милет телеканалы. Бу авта бутун Кырым бойынша мешур Кырым татар сиясетчиси ве жамаат аракетчиси Номан Челебижехан эляк улууна багышланган тедбирлер кечти. 100 жыл эвелси Кырым халкара жумхурият акимиетинин биринчи рейси Кырым татар халкынын курултай тешкилетчиси Кырым, Литва, Лехистан ве Ак Русиянын биринчи муфтиси анархистлер иле өлтүрүлген эди. Онун жеседи исе Кара деңизге ташланды. Биздин телевизион такымыз бул тедбирде болунду. Антеткенмен, адлы шыр шымды есе халқымызның гимны Номан Челебижехан үчін керчек олып чықты. О халқы үчін өлмеге ант етті. Бүгін ер Кырым татары гимны ижра еткенде, улу инсан үчін ғұрур дуя ве хатырасыны ана. Альхамдулиллахи раббил алямин. Адет узре дуа оқылды. Карьяғанна бахмадан чоқ инсан топланды. Бу кезлев шэры мемуриятының векелері, рухайнилері, джемат эрбаплары ве яшылар. Халқымыздың улу оғылы Номан Челебижеханның хатырасы, бу тек адалетсізлік доғыртулмасы дегілді тарихи ақыға тіклену выдыр. Унес огромный вклад в наше просвещение, в науку, в литературу. Было очень написано много произведений. Также он внес огромный вклад в политику и вообще в нашу жизнь. Тамам 100 жыл эвелси Кырым халкара жумхуриеті акимиетінін бірінші рейсі, Кырым татар халқының курултай тешкілячысы, Кырым, Литва, Лехистан ве Ак Русияның бірінші муфтисы анархистлер іле өлдірілген еді. Оның жеседі есе Кара деңізге бірақылған еді. Біріншіден халқа қызмет етмек үшін өзіні өмірін бағыштаған. Енді ең ағыр вақтыларда болса ветан ташлап кетмеген. О, халқымен бірге олмаға ве халқына темеліні қоймаға ветанында күреш жолында құрбан олған шейітіміз. Ергил кезлевлелер Номан Челебижеханға бағышланған абиде тақтасы янында топланалар. Тамам бу ерде интернациональная ве хлебная соқақларының чапразында ерлешкен эвде қараман бір қачыл яшаған еді. Номан Челебижехан является примером для молодежи крымско-татарской.
его рвение, его энергия, которую он передавал людям, должна служить примером для нас. Я шестидатлы кезлевлелер, но манчили бичиханга багышланган ширлерны эсберден охудылар. Хайтарма адлы Крым-Татар ансамблинын артистлеры исе онна багышланган ерны ижра эттелер. Чемберлернын койлувундан сон дервишлер текиесы адлы комплексте Марифчи акында фильм көстерилди. Для того, чтобы еще раз почтить память Нумана Челебиджихана, проникнуться его поэзией, его стихами, вспомнить о его деятельности, которая была направлена на возрождение крымско-татарского народа. Нуман Челебиджихан ярымадамызда яшаган халкларнын акукуклары мусавий олмасы үчүн курешти. Крымда чешит халклар яшамакта ве олар бары-барыны инжитмеген, тек толдурган чешит чечеклерден яратылган гузель бир гүлчемберни ифаде эттелер. Эр халк үчүн айны шартлар ве укуклар керек. Бизге кол тутушуп бир йолдан кетмек керек. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет үчүн. Ахмежитте Кырым мусульманларының курултайы ачылды. Форум 600-ден зияде иштракчыны топлады. Бу Кырымның чешит регионларындан дин хызметчилери, дини жемиятлердің елбашчылары, жемаат ишкеретлерінің векилери, шерифли мусафирлер. Курултай иштракчилерине 4 йыл девамында иришилген нетижелер акта фильм көстерилди. Бу сургун этилген халкларның реабилитация этилу вакта эмир кабул этилуу, Кырым татар тили девлет тили олганы, 2 жылдан берле ваде этилген жума жеме курулуп башлаганы. Бу эмде Кырым татарлар топлуу яшаган ерлерде бала бакчалар, мектептер, спорт салонлар, йоллар курулува. Ахмежитте Кырым мусульманларынын курултайы ачылды. Форум 600-ден зияде иштракчыны топлады. Бу Кырымдын чешит регионларынан дин хизметлери, дин жетмелеринин елбашчылары, жумат ишкерлердин векилери, шерефли мусафирлер. Курултай иштракчылерине 4 жыл девамында иришилген нетижелер акта фильм көстөрүлдү. Бу сүргүн өтүлгөн халкларынын реабилитация тилеви акта эмир кабул тилеви Кырым татар тили девлет тили болгонун 2 жылдан берли вада этилген жума жами курулуп башлаганы. Бу эмде Кырым татар топлуу жашаган ерлерде бала бакчалар, мектептер, спорт салонлар, йоллар курулувы. Двери мечетей стали открываться одна за другой. Знаменательным событием для всей республики стало возведение религиозного комплекса Сейд-Ситтар. Куймезунда сонки 4 жыл девамында мусульманлар ве Кырым татар жумаатында юз берген муим жарыяларны музекер этмек. Нетиже оларак хогге насыл илеримек акта карар алмак. Небетен тыш кечирилген Кырым мусульманларынын курултайы Кырым татар милетине муражатнаме кабыл этти. Бу весехада халк мартынын 18-де болуп кечечек Русия президенти сайлавында иштирак этмекке чакырыла. Иштиракчылардын фикирине бир эди, буна куре президент сайлавына кол тутмак бу милет үчүн муим ве догуру адымдыр. На протяжении 20 лет в Крыму велась политика противопоставления различных национальностей друг другу. Сегодня диалог между представителями всех национальностей и власти на совершенно другом и новом качественном уровне. Мы этому рады. Мы хотим развивать это и приумножать. Все это благодаря республиканским властям и мудрой политике президента России. Буисе курултай башламаздан эвел Крым-Татар яшлары да өз фикрлерине билдирүүбү. Олар курултайнын дихатынын Крым-Татар жумааты арасындаки кейфке желп этмеге чагырды. Олар бу эле бир флешмоб тешкил эттилер. Кирште кеме жерлештирип, үч тилде Путин алга деген сөздөрүн яздылар. Эмде Русия президентинин ресими ве айны бу эле язуулар эле футболкалар даркатылды. Уверен, что это символ признания за строительство соборной мечети и тех преобразований, которые сегодня происходят в республике. То невиданное развитие экономики, которое претерпевает сегодня Республика Крым после 25-летней спячки, это голос молодежи, который сегодня просит обратить внимание съезд мусульман Крыма. Бундан гары курултай делегатлары жеңки ыларны Алмания кетирген зарарны талап этуп кайтаруу боюнча иш башламага карар алдылар. Бу немсе фашист ишгалчылары Кырымга кетирген зарардыр. Бу тек Кырым татар үчүн муим дегил деп эсте Кырым сакинлери расызлыган суалдыр. Жеңки ылары Ярамадада 100-ден зияде кой жанавар же якылды ве 200-ден селинди. Ишракчылар репарация суалыны кайтмага ахляхи ве адливи якымы сулганда эминдер. Бу суалге курултайга эпосы ишракчылары
Сергей Берделер. На сегодняшнем съезде принимается решение о истребовании репараций с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане. Құрылтай Қырымның тешіт көшілерінден үштіракчілеріні қабуыты Таля Шефрединов ойс фікіріне білдірмек, вемелетіміз еле бераберлікте мұйым қараларыны алмақ үшін керештен ұзының ел кечіп келді. Эфсаневи Қырым татар әрбабы Номан Челебеджіханның фікірлеріне мисал кетіріп, епісі халқлар муабет вебердімлік олғаны істер едімдей. Я за то, чтобы все мы жили в мире, согласии, строили будущее вот для своих детей, внуков. Все делается для того, чтобы Крым процветал. На выборы надо идти, потому что мы сейчас все под одной конституцией. На будущее мы будем фигурировать как полноценная нация, если мы пойдем на выборы. Крым Жумхурият Елбашчысы Сергей Аксюнов, Крым Мусульманлар Форумның иштиракчылары, Крым Татар, Маревчысы, Нешерджи Висиасичи, Исмил Гаспринский, Белгеленген, Йолнен Кетмеге чығырды. Бу ақта Жумхурият Башының Крым Татар Мусульманларының Курултайы иштиракчыларыне ресми селянлашуында сөз сөйлетілді. Елбашчының фікіріне Крым Девлет Шурасының вице-спикер Назиры Ефим Фикс де қосылды. По всей линии съезда прозвучала вот мысль толерантность, мысль, что мы единый народ здесь, в Крыму, мы вместе. Это уже очень важная составляющая, что духовный лидер крымско-татарского народа, человек, который очень много внес позитивного с тем, чтобы был мир, чтобы была толерантность, чтобы вместе жили. Я думаю, что это большое событие в жизни Крыма. Крым мусульманлары Курултайының қарары еле Крым татар халқының шурасы яратылды. Ачық рей беру шекелінде делегатлар шураның теркебіні таздықладылар. Бұ чешіт юнелішнеріні тағдым еткен 15 инсан олды. Олардың арасында рухниелер, спорт, мединет, санат, тибиет саларындан чалышқанлар бар. Бұ Русия қошылған соң Крым мусульманларының бірінші Курултайы. Тедбір нетеделері бойынша резолюция қабыл етілді. Енді Висиханың муалифлері айтқаны кебі кележек ақта туған еріміз ве халқымыз инкишаф етмесі ақта түшмеге бақыт келді. Бүгін ярамадана мемлекетіміздің бірінші ЕСА сайлауы күнде тура. Қырым сакенлері 2018 сене мартын 18-де ілк сефе Русия президентіні сайлауына баражақлар. Қырым татарлар да четте қалмайлар. Асана Беблаев, Эрвин Эмиралиев, Милет телеканалы. Қырым мұсылманларының діни дәресі жылық бойынша шураның теркібіне кірсетілді. Бұл ақта қарар федерация шурасының мұшаверісінде қабыл етілді. Енді хадж миссия шурасының теркібіне 8 мұсылманлар діни дәресі кіре. Қырымда өз муфтияты іле айры шекілде тақдым етілі. Бұндан әвел Қырым мұсылманларының діни дәресі жылыққа зиаретіні Русия муфтилер шурасы теркібінде тешкіл етеді. Бұл ақта Дәулет дума мебусы Руслан Бәлбек хабер етті. Бұл сене жылыққа бармаға істеген Қырым мұсылманлары үшін 600 ерлі квота айрылды. Ичкі районның сәкенлерінің насыл меселелер атсызлай Пушкина көйінде Қырым башы Сергей Аксенов ведевлет милетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов зиярет еттілер. Ерлі сәкенлер өз кескін меселелеріні сеслендірділер, олар 20 йылдан берлі чезілмейлер. Лиля Виджат бұл ерден тәфсілетлар іле. Ярама йолар, ярық олмағаны тәмірленмеген мектеп ве бала бақчалар бұ әр ерде олған кескін меселелер. Эсен әкі яни Пушкина көйу істесіна дегіл. Ос солеры ве меселелері ақта олар Қырым Жүмғуреті башына бүлдірділер. Көй сәкелері бұрағыздан йолар вазетіне шикет етелер. Энді бұ дамарта тамир планына қошылажақ. По дорогам мы сейчас смотрим, мы зловой администрации обедем. Мы на часть дорог самые острые выделим деньги в этом году, чтобы будет сделано. Сразу все не решим, но острые моменты закроем. Невбетеке объект «Радуга» адлы бала бақша олды. Бұл мәселелерде ерлер етіштірмей. Қырым Жүмхуретінан башы бұл меселені өз незіретіне алды. Қасабада яны модуль бала бақчасыны құрылажақлар. Ерлі мектеп ісе абаданлаштырылған. Көлік кедік бар, балалар ашатыла қызды руф яқшы севейді. Отопление, чем любили уголь. Котельная нормально? Нормально. Котельная нормально, у нас тепло. У нас тепло, котлы в прошлом году заменили. Стали один новый котел. Заменили. В школе тепло.
ерле жәмейді де қасыз қалмады. Культ иншатына құрым жұмқұриет милетлер арамына себетлері ве сүргін олған гражданлар ішлері бойынжы Девлет комитетінің рейсі зерет әтті. Капитал тамир ішлер ве минарет еқылға ақта әтілді. Ерле сәкелер жәмені өз күшлерінен абаданаштыралар, ама капитал тамирге паралары етішмей. Мәжбетте бар спонсорлар бекім. Мына мисал бұл жәмей нетенде мен ковер магазине вардым, полу несмене. Магазине кердым, Райдер Эфенди, селамлаштық, таныштық. Болю-болю меселенен жәмей құрдық. Чоқ меселер арасында чезілген проблемлер де бар. Гүлнара Толупова чоқ балалы ана. 20 елдан берле оларның өз евлері йоқыды. Бүгін тешікүрлеріні білдірмеге келділер. Қорантари патриантлар программасы бойынжы яны әф алды. Мне была проблема с жильем. Я 20 лет стояла на квартирном учете. В 16 году дали мне в декабре месяце квартиру в районе. Ну, кто помог, спасибо им всем. Қабыл чечевесінде мутихасыслар реабилитерленген гражданларға справкалар алынувында ярдым әттілер. Шахси ве умуми меселер не заретке алынды. Ве әнді чезілув басамақта болуна. Лиля Виджат, Иван Евдокимов, Миллет үчін. Йолар олмағаны, мескен весиқалары, иле қиынлықлар ве жәмелер абаданлаштырылува. Бұл Бахчисарай районында аны қолған ән әсас меселер. Оларының бір қысмы илік сефер сесілендірлем. Чоқ сейсе чезілу басамақта болуына. Тәфсілетлар бізім не бетікелев қамызда. Бахчисарайда 6-й микрорайонын строительна соғағанын сакенлері үчін өз евіне келмек, яда жиле ярдым машинасыны чағырмаға пек ағыр. Қазылған дамарта сакенлері 5 айдан зейдер атсызлай бір инсафсыз мемур бұ ішіні яры елда қалдырып кеткен. Заблокированы те люди, которые проживают, да, вдоль этой дороги. Основа, в любом случае, главе администрации утром же, сообщите. Завтра, да, скажите, что вот это люди привезли меня сюда, на этот участок. То есть это вот в любом случае пусть какое-то решение предлагает. То есть это не должно находиться в таком состоянии. Бойсе Заланко, Яни Халмов. Ерли сакенлер чоқ еллық меселейлі мұраджат әттілер. Бір чоқ қорантай яшаған ятақханенің весіқалары йоқ. 20 елдан берлі оларға бір кемсе құлақ асмай. Мұнда ешбір кере капитал тамир кечірілмеген әді. Мебуз бұ алны шахси незаретіне алынды. У нас есть свободное помещение на первом этаже. Хотелось бы сделать спортивную комнату для детей, чтобы дети как чем-то были заняты по вечерам. Просто чтобы по улицам не шатались, и как бы оформить дом на жильцов или что-то вот типа этого, чтобы как-то узаконить этот дом, чтобы он в воздухе не висел. Бию королес, теберті, сүйреташ көлерінде де меселелер чоқ. Бұ көлерде жәмелерінің ұқықларыны белгілеген весіқалар йоқ. Олар ярдым сұрап, мебусқа мұраджат әттілер. Силами народа, ну, здесь живучего, за средства свои, вот, привели вот такой вид. Теперь проблема крыша, минарет. Если помощь получим, то будем благодарны. Иш зереті кетшатында Девлет Дума мебусы әмде яны спортзалға еті барды. О, әр бір мескен ерге спортсалона адлы леха чершвесінде құрыла. Әнді темел қолды бір айдан сон эксплуатацияға тапшырылажақ. Сколько человек работает на объекте? На объекте работает... В среднем 3-5 человек на монтаж конструкции, а так больше. На момент отделки будет работать минимум 10-15 человек. Может быть, продумайте за счет увеличения количества. Да, это вопрос мы уже продумали. Чух ренклю салынжақлар, байырчықлар, виана бабаларнын, вебаларнын куванчылы юзлера. Энді бу микрорайонда яны эгленже мейданы бар. Бу эр кесычын ахықы байрамдыр. Руслан Исмаилович, посмотрите ваше искусство добрых дел. Продолжается. И сколько радости на лицах этих детей. Ну, вот, решили прийти посмотреть. Теперь хоть есть куда будет сходить с ребенком погулять, поиграться, да? Все, вот мы вот здесь вот рядом живем, и нам очень удобно. Большое спасибо, конечно, Бельбеку за то, что он построил нам эту замечательную площадку. Бұл Бахчисарай районыда 3-й бала мейданчық. Олар Девлет Дума мебусының тешебусы или құрулалар. Бұл ерде вақыны шенке чермек үчін мұнда әршей бар. Все, что делается, это в первую очередь для наших деток. Вот поэтому могу сказать, что искусство добрых дел продолжается. Всех жителей 6-го микрорайона поздравляю. Пусть детишкам это приносит радость. Руслан Бальбек иш адамларны джельп әтмеге ве район мемуретіне мұраджат әтмеге вады етті. Более көрішулер мұнтазам сүретте кечірілежек. Лиля Виджат,
Аким Бекиров, Миллет Чун. Беш айле квартиралар элде эттілер Ахмеджит район шурасында яңы мезгенлерінің анақтарлары берілді. Тәфсілетлер Елена Риман Тарсинова. Пожалуйста, Зира Зудаевна. 20 йыллық Бек Левкеч мүшке далды. Зира Усманова еке қызы елі ендеден башлап өз квартирасынен таныша. Еке күчік амасы джахве, он айтлы одалар, балкон, гардероб үчін ер, ашхане, қырыш одасы ве санузел. Конечно, но не каждый день квартиру дают. Эмоции, конечно. Я рада, что я получила квартиру. Безумно благодарна тем, кто мне ее дал. Чоқ вақы девамында Корантах Межджит районында қыраға тұтылған евде омур кечерді. РА, Яшаиш, коммуналь хизметлер үчін чоқ пара масраф етіледі. Енді Зера ханымның қайғырулары бұл косметик тамир ве гузель мебеллер сайлановы. Квартираның сертификатыны қадынға Ахмеджит район мемуретінде тантаналы сүрете берділер. Квартираларны да дұрт Коранта алды. Бізге адамдарына сайып, үй берділер. Сау болсынлар, Алла оларға, менімкі 90-ға барды, оларынкі 100-ге есін яшылары. Аллах ярабым. Сұрайым Аллахтан, бізлерге де саулық, сәлеметлік беріп, өмірімізді соңынан яшамақ насип елесін. Чоқ қуандық, меннін олдық бұл. Бұле хидие яптылар бізге. Праздниклер, байрамлар келе. Чоқ қуандылар. Квартиралар Единство Российских Наций адлы программа бойын жалынды. Бұл программа ярамадамызда енді екі ел чалыша. Кечкен сене Ахмеджит район шурасы 9 квартира теслиметті. Яқын вақытанев бетте тұрғанлар эпосы чоқ бекленілген квартираларны алачақлар. На территории района в рамках реализации федеральной целевой программы строится 2 многоквартирных дома, 160 квартирных дома. И уже в 2019 году, при завершении строительства и ввода объекта, данных объектов в эксплуатацию, мы полностью закрываем очередь. И я уверен, что те люди, которые много лет ожидали движения по этой очереди, уже ощутили на примере своих коллег, что очередь двигается, и уже на следующий год все они получат долгожданное жилье на территории Симферопольского района. Беш Коранта бүгінгі бораджи школьная ве трудовой окулерінде квартиралар алдылар бұл Ахмеджит районы. Яны квартираларның сайбелері яқын вақыта яны мескенге көчеджеклер. Нариман Тарсинова, ве Дмитрий Низовой, Миллет телеканалы. Хан сарайның реконструкция шлеріне умумен алғанда 7 ел керек олажақ. Қырым татарларының өмедени мирас абидесіне керекле дықат айрылмағаны себебінден сарай бойле алға келді. Бұңа әмде Украин ве совет деврілерде құрылжылар күрішкені де тесір әттім. Тәрсілетлар бізім Лев Хамызда. Через 500 лет тоже будет представлять интерес. Вот как воры, которые разворовывали пирамиды, они тоже оставили свои следы. И это тоже есть какая-то архаичность. Озну тарихи мирас сахланывы бойынша көрішчі деп адлай Джумхури Милетлер комитетінің сабық реберы Эдем Дудаков. Бұл видеода оны чундыр эксперт реставратор оларақ чықышта бұлына. О видеода хан сарайны білгілі инсан кебе бақып чыға весесілі білдірулеріні еткізе. Начиная от генерального директора, кончая чуть ли не главным архитектором и всеми остальными, никогда в жизни в музейной сфере, в сфере реставрации, Сабық меморның бойлы ішлерде керчектен де тәжірибесі бар. Бізім телеканалымызның муарериетіне құрыжы Мақсуд Мазманов мұраджаат етті. Чоқ еллар девамында вичданы қинайғаны себебінде не айет ақиқатына айтмаға имканы пейда олды. Мақсуд бей зынжырлы медресе де Вехан сарайда 2006 ве 2008 сенелері кечерілген реставрация ішлерінде іштырак етті. Курировал кто? Тогда, наверное, мечлис был. Они дали руководил этими всеми делами непосредственно Дудаков Эдем Угаримович. Почему он это не освещает в своих выступлениях, я не знаю. Проводились реставрационные работы простыми строителями, которые близко не знакомы с реставрацией и археологией. О вахыт хуруджилар чалыштылар. Реставраторлар дейл, дей Мақсуд Мазманов. 2008 сенесі ішлер бичерелевы ақта юрек ағыртысы еле тариф әте. Ама о деверде адей хуруджи бір шей япып оламайды. Лехаға миллионлар нен пара айырлайды. Адамлар эсе капиклер алайдылер. Трактора даже здесь копали, экскаваторы. Мы орудовали ламами, киркой, лопатой, мастерком.
все грубо, нарушая все это, я уже позже помню. Все мы нарушали. Не побоюсь этого слова, это было чистой воды вандализм. Бүгін бу адам шымды ВО заман япылған ішлеріні қияслай біле. Обақшы сарайда яшай вехан сарайда алып барылған реставрацион ішлеріні әр күн көзеті. В многих местах вот это, суешь руку и прям труха сыпется с этих балок. Это же сколько лет не смотрели туда, не заглядывал никто. Там же не только древесина, там все полностью, крышу надо разбирать. Работают там уже профессионалы своего дела. Ханский дворец, да, Аллах приведут в надлежащее положение, я даже больше чем уверен, потому что там не работают уже такие неумельцы, как мы. Хырым ханлығының әрбір сәкіні кебе ой шеріні себебе хырым үкімдарларының сарайы о девердеки қияфетіні тапмасыны беклей. Мақсуд бе инана ке, ханлар мирасы да юзлер жейіл турар. Оның турунлары ве турунларының баллары бұйырге келіп, әждатларының тарихыны хатырлажақлар. Энвер Аблези, Сырвин Эмиралиев, Миллет үчін. Халқара ана тілі күні Милет телеканалында насыл қайдетле планшет ве электрон китап кімге әдиетлежек ве ақшамки телемарафон программасы насыл олып кетшті. Боқтан не бітікелеп қамызда. Халқара ана тілі күні бүгін сәріміздің әрбір көшесінде қайдетле Милет телеканалы Сабадан Байрам мевзуатында өз яйынларыны башлады. Саба саат 8-де бала конкурсының нәтижелері чықарылды. 40 ұштыракчы арасында 5 яштан 15 яшқа жа балалар олды. Қырым-татар тілінде ән яқшы шиырлер әзберден айтылуы үчін үч ғалип қиметлі бақшышларға найлы олдылар. Бұл конкурс милетіміз үчін, халқымыз үчін пек пайдалы. Мен белесем, бөле конкурс чоқ кечірілсе, бір кере дегіл, чоқ керелер, елда 10-15 керелер кечірілсе, чоқ адам іштірак етер, ве оның бұйық пайдасы олыр. Лидерлер сырасыны Зекерия Мустафаев екінледі. Екінші ер үчін электрон китап София Умеровға берілежек. Конкурсының баш мүкафаты есе планшет олды. Оның Универ Назлымова алажақ. Оның актерлық қабілеті әпсі жүри азаларыны феттен әтті. Масал. Бір қош күні ач көстірхай, елда тәтті мұсыр болдай. Қар ішінде чеке құрлық, фындық күбі алтын ұрлық. Дұрхай оң тарафтан бақты, дұрхай сол тарафтан бақты. Озыма шар едім, ама сұқмас мұсыр боғазыма. Ана тілі күніні тек телевидене қайд етмей, әр кезіле севілген ватан седасы да әлбет бұндан четте қалмай. Радиостанция эфирінде 5 мұсафир үле марафон кетшті. Мәдениет шынаслар, жіметчілер ве ватан первер адамлар ана тіліні севмек ве бұ тіліні білмек не қадар мұйым олғаны ақта тариф әттілер. Біздің мектепімізде мұтихаслы ожалар чалыша ве біз бір-бірімізден қырым татар тілінде қонушамыз ве баларнен әр дайым тенефус олсын, дерс олсын қырым татар тілінде қонушмаға әрекеті темыз ве оларда бізге бақып бұ әдетінің күтелер. Байрам программасының соңында махсус лейха тақдим етілежек, о да ана тілі күніне бағышлана. Іштіракчілер арасында милли мектеплерінің талебелері ве ожалары, филолог студентлер Али Охуф юртларының ожалары ве тілшінаслар олажақ. Ән мерақласы бүгін, ақшам саат 6-да, Миллет телеканалында. Бөлелікнен бұзым яйнымыз соңына етті, ярын саат 20-де хабарлер неделя программасына Асан Абибулаев үле қачырманыз. Мен сізнен бір автаға қадар сағылғашам, көршіме көзіре.